Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня очень хороший денек, слегка пасмурный, немножко ветрено, но тем не менее я рассчитываю добыть сегодня нескольких голубей, для чего сюда и пришел, в общем-то, в эти угодья. Как вы видите, подсолнух уже очень спелый, но его еще косить не начали. Голубь вроде бы где-то вдалеке пролетает. И я пришел сегодня в обед, сейчас примерно чуть больше часу дня. Как раз то самое время, когда в такую погоду обычно горлечко летает на кормежку, эхеречек. Ну и пробуду здесь до вечера, а там уже как повезет. Идем, Аркадий, идем. Вон летят три голубя. Аркан! Иди ко мне. Вот они летят посередине подсолнуха, да? Стоять, не лезь. Иди ко мне. Солнце миленький, не спеши. Залетели, блин, арканы шурму. Аркан, иди сюда. Два промаха. Хотя он еще может и упасть. Стой! Нет. Промазал. Вот они. Нет, давай. Только наверняка, наверняка. Иди ко мне. Иди сюда. Ёб твою мать. Иди сюда. Падай же. Стой. Черт, а. Так, ну пока голубей нет, я решил проверить, какую кучность дает, какую особь дает у меня патрон. Для этого поставил вот такую мишень. Сейчас отойду шагов на 20-25 и огонь. Иди ко мне, Аркан. Иди ко мне. Четыре, двадцать пять.
25 шагов. И сейчас буду огонь. Бабах. О, вон два голубя налетают. Ну, а вдруг? А вдруг? А вдруг? Ну, падай. Это две горлички, кстати. Не, не упала, зараза. Сейчас. Акан! Так, ну ладно. Сейчас из чока. Ну, пошли посмотрим. О! А осыпь-то? Осыпь-то, я вам скажу. Хорошая, равномерная и кучная, без окон. Значит, ошибки в прицеливании. Вот так вот. Аркан! Покажу, показываю поближе немножко. Вот они все родные. Вот они, вот они, вот они, как они прекрасно вошли. И, соответственно, вышли. С этой стороны даже лучше видно. Опа. Вот даже так. Так что нормально я снарядил свой патрон. А способ снаряжения у меня простой. За неимением лучшего пороха я беру круг. Ну а на 16 калибр, если считать по пропорции, то получается у нас 2 грамма надо кидать. Если кидать 2 грамма, то, ребята, кучность будет отвратительная. И осыпь отвратительная с огромными окнами. Поэтому я беру 1,8 на 28 грамм дроби. Сверху пластиковый пыш, шашечка. Потом до высоты делаю этого опилок, трамбую. И потом сверху прокладка, конечно, картонная, и дробь, и пластиковый пыш на дробь, как вы уже видели в других видео. Так, ну а теперь мне пора уже заряжаться и ждать голубей, потому что движуха начинается какая-то. Не совсем здесь, возможно, придется подойти на соседнее поле, но вроде начинается. Поищи, поищи. Где-то здесь. Ищи, Аркан. Как всегда, камера выключена. О, молодец, дай. Стой, дай сюда. Хорошо, дай. Опа, о, какой хороший. Вот, как всегда, ребят, по закону подлости, когда камера была выключена, налетел вот этот вихерек, хороший такой. Летел он на высоте офигительной, ну, метров 30. И скорость была у него максимальная. И прямо надо мной, короче, 3 корпуса упреждения даю. Хлобысь, и он кувырком прямо вот сюда. Просто красавчик. И он красавчик, и я красавчик. И Аркан красавчик. Вот так вот. Ну, надеюсь, не последний на сегодня, ёлы-палы. Хорошо. Вот такой. Я даже думал, что это просто горлица летит. Так он высоко летел. Вот так. 3 корпуса упреждения и уверенное попадание. Эх, и все стороной. Все. Стороной. О, а там их вон на проводах сколько. Так. Камера работает. Работает.
Ой, аркан. Так, значит, голуби, получается, горлиц кормилась не на этом поле, не на этом, на котором я думал, она будет кормиться, а кормилась где-то вон там, вот там где-то далеко. Вот. И теперь уже стая, которая пролетела здесь надо мной, высоко, по которой я пальнул, они уже полетели туда, ближе к городу, там, в парк, полетели уже спать. В село, на поселок, в общем, там есть где примоститься, их любимые места. А там вот еще впереди меня остались, я смотрю, несколько вихерей на проводах. Попробую сейчас пройти по подсолнуху туда и уже потом двигать домой, потому что, судя по всему, здесь лета уже не будет. Вот так вот. Красиво, но еще не сезон. Молодец, аркан, иди ко мне. Вот, о, еще одна пошла. Вот такой вот замечательный момент. Но стрелять, к сожалению, нельзя до открытия сезона по куропатке, еще добрых 3 недели. Поэтому или просто без выстрела. Аркан бегает. Молодец, аркан, молодец. Согласитесь, момент такой хороший, да? Стайка хорошая. Это радует. Вот такое вот свинство устраивают. Вот эти кульки, это же все требуха. Отходы от разделки скота. Челюсти вон лежат. Рога. Головы. Ложки, да. Рога и копыта. Тут их вон десятки. Десятки. Аркан или шкуры. Дерьмо всякое. Вот так вот засоряют природу. Фу! Заметьте, это не охотники засоряют, это простые люди, далекие от охоты. Я уж не говорю об обычном строительном таком мусоре. Вот такая на сегодня выдалась охота. Не очень удачная, парочка интересных эпизодов, но зато теперь я на следующий раз уже буду знать, куда идти за голубями, где конкретно они кормятся. Может быть, даже возьму своего друга чучела и попытаюсь счастья через несколько дней. На этом все. До новых встреч. Ждите новых выпусков.